Более чем 20 участникам антитеррористической операции из Ильичевска местный горсовет отказал в выдаче земельных участков, объясняя это тем, что земли для бесплатной приватизации в городе нет. Как считает общественный активист Анатолий Скопник, все дело в коррупционных схемах. По его словам, заведует ими ильичевский городской голова. Суть коррупционных схем, которые разработаны и осуществляются Ильичевским городским советом и городским головой Хмельнюком, состоит в следующем. Специально для целей присвоения коммунальной собственности Ильичевский городской голова Хмельнюк разработал схему отвода земельных участков аффилированным структурам, учредителями которыми являются члены его семьи. Когда группа активистов попыталась пройти в здание Ильичевского горсовета, чтобы послушать решение по заявлению участников АТО о выделении земельных участков, их попросту не пустили. По указанию Ильичевского городского головы Хмельнюка, здание горсовета, вход в зал заседания горсовета был оцеплен лицами неизвестного происхождения, явно криминальной внешности, их часто называют тетушками.